Артемовское общество «За шестидесятники» – уникальная для нашего региона организация, объединившая бывших руководителей предприятий и муниципалитета в разное время. Бодрые пенсионеры не собираются сдавать позиции и устраняться от общественной жизни Артемовского городского округа. Более 20 лет назад сформировавшаяся из необходимости взаимной поддержки эта инициатива переросла в нечто большее. И мы решили, что хотя бы раз в год мы будем собираться, смотреть друг на друга, обмениваться мнениями. И, конечно, чтобы не отстать от жизни города, посещать наши бывшие предприятия, новые предприятия, знакомиться с новыми руководителями, знакомиться с жизнью города уже не посредством массовой информации, воочию. За шестидесятники могут дать фору молодежи не только в знании тонкостей управления большими и сложными коллективами. Члены общества – активные участники творческих, спортивных и интеллектуальных событий Артемовского городского округа. И все же главный их багаж – накопленный опыт и умение рационально подходить к решению вопросов в самых разных сферах. Наше дело посмотреть, наше дело, значит, видеть, что, как, до чего все доросло. Ну а учить их мы уже не можем, они сами больше нас знают. Чему-то учить мы не можем. Только можем учить, может быть, мудрости, советам, отношениям. Не мудрено, что поздравить с юбилейным 20-м слетом за шестидесятников нашел время глава муниципалитета и высокие гости из регионального руководства. Площадка АМЗ «Винпром» также была выбрана не случайно для проведения встречи. Жизнь многих артемовцев так или иначе связана с заводом, и его нынешние успехи во многом достигнуты благодаря базису, который был заложен много лет назад. Однако простым приглашением за шестидесятники не ограничились, проведя осмотр рабочих цехов и производства в целом. Неутолимая жажда действий, стремление быть в тренде, жизнелюбие и мудрость – качества, которыми щедро наделены члены общества. Остается лишь пожелать нашим молодым душой за шестидесятникам сохранить и приумножить эти достоинства, используя их на благо муниципалитета и его жителей.